Для осуществления контроля за состоянием дорог в зимнее время было разработано специальное мобильное приложение, которое позволяет, имея самый простой и недорогой смартфон, доступный сейчас каждому, быть участником этого несложного процесса. Вся работа состоит из трех основных этапов. Первый этап – регистрация выхода техники на работу. При помощи мобильного устройства водитель делает фотографии своего лица и уборочной машины, так чтобы был виден номер транспортного средства. После загрузки фотографий и отправки данных, задание на уборку считается принятым и на карте в ситуационном центре появляется маркер серого цвета. Второй этап – контроль движения по маршруту. Уборочная машина движется по заранее спланированному маршруту. По мере выполнения задания на карте отображается вся необходимая информация. Программа в автоматическом режиме выдает анализ всех случаев отклонения от эталонного маршрута. После уборки техникой дороги и подтверждения водителем выполнения задания, маркер на карте меняет свой цвет на оранжевый, что означает «дорога убрана». Третий этап – контроль качества. На место выполненной уборки выезжает бригада рабочих для ручной очистки от снега остановок. Бригадир делает фотографии, подтверждающие выполнение задания. После получения фотографий эксперты ситуационного центра дают независимую оценку качества выполненных работ. Если качество работ удовлетворительное, маркер на карте становится зеленого цвета, если низкое – красного. Впервые в результате использования программного продукта будет контролироваться не столько сам факт своевременного прохождения техники по маршруту, сколько факт качественной уборки –